что показывают по новостям, приходит на ум только одно. Это позор всей правящей партии, позор всем чиновникам, позор всем министрам, вплоть до дворников и техничек, кто находится за этим забором. То есть мы страна изгои. У нас ни хрена нет, как нам говорили в свое время, типа, да что, херово живем, но зато у нас внешняя политика хорошая, да? Потом, ну ладно, у нас внешней политики нету, зато самое лучшее в мире оружие. А теперь ни одного, ни другого, ни третьего, то есть когда все карты открыты и когда весь мир нас боялся и уважал, а сейчас нас не будут считать ни за кого, то есть и не будут другие страны с нами считаться. Вот чего добилась эта тупая власть, которая выложила в последнее время на госуслугах, типа, предложите, как можно развить страну. Так вот вопрос, зачем нам тогда тупорылые вот эти управленцы, которые даже не знают, как развивать страну?